финал конкурса «Мисс Амкар 2015 вышли 6 девушек. У каждой своя история болезни за пермский футбольный клуб. Впервые я пришла болеть за Амкар вместе со своими родителями. Это было здорово. И после этого я болею за Амкар. Ну, дальше продолжаю. За Амкар я болею с 2005 года. То есть это уже прошло 10 лет. Конечно, меня привел папа. И папа у меня из спортивной футбольной семьи. То есть он сам футболист. Участницам финала предстояло выполнить несколько заданий, продемонстрировать не только свою красоту и любовь к Амкару, но и блеснуть талантами. Подобный конкурс проводится уже не первый год. Так, пермский футбольный клуб благодарит своих болельщиц за поддержку. Болельщицы на стадионе – это очень важно. И дабы привлечь женскую аудиторию, да, то есть на футбольные матчи, мы проводим такие конкурсы, мы благодарим наших болельщиц за то, что они такие прекрасные, такие замечательные и приходят в любую погоду, то есть на стадион, и это очень здорово, поддерживают футбольный клуб. Мисс зрительских симпатий стала Майя Тимофеева, а корону и титул «Мисс Амкар 2015» завоевала Анастасия Тарарыкова. Победительница отправится на финал конкурса «Мисс Российской футбольной премьер-лиги». Он состоится в эту пятницу в Санкт-Петербурге.